Всем привет, ребята, мы продолжаем играть Hill Climb Racing в горах. И у нас есть, конечно же, наш автобус, на котором мы будем ехать. И сейчас попробуем максимально подальше поехать. Начинаем мы эту катку 23 тысячами монетами. Посмотрим, сколько будет у нас в итоге. Ох ты, стекло сломал. Смотри, да, ну тут все эти стекла ломают, так что нормально. Но будем стараться проехать можно аккуратнее. Посмотрим, докуда вообще проедем. Так, мы выбились вперед. А, кто-то там уже шлепнулся. Так. О, давай, пожалуйста, еще. А, хорошо, что будешь делать? Назад, поехали. Давай, вперед. Хорошо. Сейчас доедем. Все, доехали. Возьмем бензинчик, монетки. Ну чё, ой, давай, ускоритель, где ускоритель? Но чем дальше мы будем проезжать, тем больше монеток будет. Поэтому... Ой, проехать я не могу, ещё что-то буду сделать. Отвалилась, нет, вонючка! Сломалась, разбились мы нафиг. Ладно, давай сельскую местность выберем. На автобусе поедем. И продолжаем поездку, так сказать, зарабатывать деньги. Нам нужно, ребята, приобрести, улучшить автобус, да приобрести новые автомобильчики. Денег надо много. Поэтому будем ездить здесь. В сельской местности. Тоже нормально. Будем... Попробуем побить рекорд. Да. Будем пробовать побить рекорд. Проехали уже 450 метров. Уже 500 практически проехали. О, все, 500 метров мы проехали. Надо аккуратненько ехать, чтобы автобус не разбить. Хотя он все равно разобьется, но хотя бы преждевременно. Подольше проехать. Так, смотри, кубок. А, ну это просто кубок, вонючий. Деньги нам за это не дадут, к сожалению. Нам нужно выбрать другую машинку, чтобы деньги давали. А, понятно. Ладно. Ничего страшного, потом выберем. А, они предлагают мне на джип выбрать, да? Чтобы кубки собирать. Ну ладно. Сейчас мы проедем, сколько проедем, посмотрим. На автобусе. И потом выберем джипик. Чтобы на джипе ехать. Пока что нормально все едет. Так, уже почти что 24 тысячи у нас с вами, ребята. Ну, а мы продолжаем ехать. Едем аккуратно. Бензинчик. Берем. О, смотри, нас догоняют эти чуваки. На автобусе даже приедем. Ладно, здесь поедем аккуратненько. Да, мне главное сейчас просто собирать все монетки и попробовать побить рекорд. Максимально дальше поехать. О! Помогает ускоритель заднего колеса. Давай. Так, проехали. Все, ребята, смотрите, уже... Мы собрали. О, деньги. 24 тысячи уже. Уже хорошо. Так, давай, едем. Еще немножечко. О, отлично. Так, смотри. О, нет, разбился. Как я мог разбиться? За что? Вообще, про что? Ну, а такое разве бывает, ребята? Что так можно взять и разбиться? Я в шоке. Ладно. А, делаем по-другому. Меняем тогда джип на этот. А, нет, смотри. Да почему так-то? Теперь они показывают мне другой автомобиль. Почему-то. Что-то я не понял. Теперь они мне показывают скутер.
О, на скутере надо ехать, ладно. Поехали на скутере. Зарабатывать кубки. 500 метров до кубка. Я не знаю, нам за этот кубок деньги дадут или нет. Сейчас посмотрим. 450 метров осталось до кубка. Да, скутер, ну, не такой, так себе. Такое себе, ребята, удовольствие на этом скутере ехать. Ладно. Опа, монетку заберем. Тихо. Вонючий скутер. Давай. Видим. Ой. О, нормально. Проехали. 200 метров еще проехать. И нам дадут кубок. Что нам даст этот кубок, я еще пока толком не знаю. Монетки, может, навряд ли даже дадут. Шестьдесят метров аж до него. Да, уже быстрее бы доехать до этого. О, давай. А, я не могу доехать, слушай, алло. Какой нафиг с меня этот самый? Тихо. Не, я тут не могу доехать, слушай. Нет, я разбиваюсь. Я разбился просто. Я просто разбился. Давайте улучшим мотор, повысим. Сцепление с колесами. Все, поехали. Я хочу этот кубок взять. Я не знаю, что он мне даст. Потратился я, конечно, у него много денег. Да ё-моё, что тебе это переворачивает постоянно? Скутер вонючка. Ну ничего страшного. Ну, мне этот скутер не особо нравится. Зачем я на него столько денег потратил? Но я хочу попробовать этот кубок открыть. Что он мне даст, неизвестно. Ну, вроде бы быстрее немножко стало ехать. Ну, чуть-чуть. Буквально. Сейчас посмотрим, сможем ли мы заехать на эту сопку. Ой, нет! Какого фигли? Ладно, все, я расстроился, ребята. Я расстроился полностью. Давайте возьмем. Так, трактор. Я покупаю трактор, короче. Да, приобрести. Все, едем на тракторе. Купили трактор, называется. Сейчас посмотрим. Нифига, он там пыхтит, прям чувака не видно. О, давай тракторок. Нифига, трактор, а. Какой мощный. Ну, смотри, у него какие колеса огромные, а. Если мы его прокачаем, вообще будет нормально. О, спасибо за монетки. Сейчас мы будем монетки собирать, кстати. На тракторе нашем. Да, я, короче, взял со злости, купил трактор. Давай, тракторочек. Тебе надо прокачивать еще. Ты не особо еще прокачанный. Но мы тебя прокачаем обязательно. Сейчас. На все деньги прокачаем и все. Смотри, не могу забраться. Не хватает мощности у трактора. Нифига. Нифигашеньки, давай еще попробуем. Так, ты запомнил, да? Смотри, в этом месте я забраться не могу. Угу. Вообще никак. Сейчас мы его будем прокачивать, трактор. Чтоб нам подняться сюда. О-о-о-о. Все. Ладно. Сейчас надо будет его прокачать, трактор. Давайте остановимся, постоим. Все, кончилось топливо. Так, это у нас была сельская местность, да? А, нет, это был лес у нас. Давайте прокачаем мотор. Прокачаем сцепление. Так, убытки. Увеличите урон наносимый разрушаемым объектом. 1200. Ну, давай их тоже купим. Так, одного раза хватит. Ну и мотор повысим на максималочку.
Все, сколько денег было, столько и повысили. Сцепление колес сделали, убытки добавили. Он может сносить, может что-нибудь, трактор. О, какой он быстрый стал, смотри. Ничего себе. Сейчас мы проверим, помогла прокачка или нет. Вообще этого трактора. Сейчас мы это проверим. Едем на нашем супер-тракторе. Опа, опа. Так, главное не разбиться. Все нормально. Так, сюда мы забрались спокойно. Ага. Все, забираемся, получается, да? Мы сюда же не могли, да, забраться? Вообще нормально забрались. А, нет, сюда мы не могли забраться. Да-да-да-да-да-да. О, да, новый рекорд. Хорошо. Прокачка все-таки помогла. Помогла прокачка, ребята. Да, давай-давай-давай еще немножко. Во. И у нас тут мешочек с денежкой. Вонючая. Смотри, это башку не стукнися. Все, башку не стукнулись, нормально все. Это вообще опасный трактор такой. Ну, чем максимально мы его покачаем, тем веселее будет ехать. Давай, давай, подъемчик, подъемчик. Здесь подъемчик тоже крутой такой. Опа! Ну, вроде бы нормально стали подниматься. Прокачали немножко тракторочек наш. О, монетки. А, нет, вонючий случай. Мы разбились просто так, я не знаю, перевернулись и все, и разбились, и капец. Да, к сожалению, так бывает, ребятушки. Ой, на этой печальной ноте. Ладно, ну что ж, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйте друзья. И не забывайте писать привет и передавать. Пока-пока.